Друзья, всем привет! Вы на канале Арина готовит русскую и корейскую кухню. И как я вам обещала, сегодня мы будем делать кимбап. И будем использовать редьку, которую я готовила в прошлом видео. Ну что, поехали! Для начала нашинкуем и нарежем все ингредиенты. Вот у меня колбаса, это специально для кимбап. И я нарезала крабовые палочки, ну, пополам. Ну а это редька, которую я мариновала в прошлом видео. Ссылку я оставлю в описании. Свежий огурец, я нарезала его вот таким образом. Это маринованный корень лопуха. Ну, можно его не использовать. Морковь я решила мелко нашинковать на терке и слегка ее попассеровала на растительном масле. Затем сделала вот такие вот блины из яиц и нарезала вот на такие полоски. Ну, а в самом конце берем мы готовый рис. Вот он у меня пока еще теплый. Затем поливаем его кунжутным маслом, соль, кунжутные семечки и все это тщательно перемешиваем. Вот и рис у вас должен получиться обязательно вот такой вот рассыпчатый, чтобы не был он как клестер. Специально вот для кимбап. Если вы делаете в кашеварке, то там есть такая функция. Вот сейчас мы с вами сделаем кимбап. Берем бамбуковый коврик, затем лист морской капусты, обязательно шершавой стороной вверх, а гладкой вниз. Затем наш сваренный рис и распределяем его равномерно, чтобы, как вам объяснить, ким слегка просвечивался. Так будет вкуснее, как бы, когда много кладешь риса, получается не очень вкусно, потому что вы не чувствуете всех ингредиентов, которые вы положили. Вот нужно, чтобы он как бы просвечивался, рис. Ну, по крайней мере, мне так нравится. Сколько делала я кимбап, как бы так, самый приемлемый вариант получается. Вот, положили. Затем все ингредиенты, которые мы приготовили для этого. Вот лопух, огурец, затем редька, так, яйцо и морковь. Затем берем вот наш этот коврик, его приподнимаем и его вперед так ведем и приминаем наш кимбап. Вот. И получается вот такой вот кимбап. Так, сейчас мы отрежем и посмотрим в разрезе. Смотрите, какой красивый получается. Смотрите, какой красивый у нас получился кимбап. Ну, просто радуга настоящая. Давайте попробуем. Вкусные. Объедение.
и вы попробуйте приготовить это дома. Кстати, на Новый год тоже очень будет неплохое блюдо. Ну вот и все. Буду с вами прощаться. До новых встреч. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Всем пока. Аннём. Пока-пока.